еды, чтобы там было видно, что кто здесь, что за номер там. Ага, вот он номер. Оп. Все, 0384. А теперь туда набрать. Кто это у нас? Опачки! Кто это? Какие люди? Какими судьбами? Да ты пока подожди, не увеличивай. Там, походу, он кривенький, нет? Не кривенький. А смысл, поворот не включат вообще или нет? Понятно. Поворотник не включен. Мы включили стратовичок. Один габарит не работает. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто-то объяснение писать не стал. Потому что он стоял. А, поэтому отпустили, да? А как я понял? То есть отпустили, говорит, стоял человек. Он поэтому... должен, я писать не буду. Объясни. Он дал, я вопрос нет. То кто-то это... объяснение не написал, а как я приехал, если он стоял? Я приду в суд. А как вы вообще его? Мишка, подъедем. Не, а вы, он выпивший, правильно? Ну выпивший. Не, а только он стоит. Зачем вы его возили? Личность устанавливали. Ну, так вы его останавливали? Нет. Мы его личность, у него документы вообще не было. Ну а вы к нему подошел, в машине сидел? Вообще они на улице себе. На улице сидел. А вон мы его личность устанавливали. Ну, положено. Потому что глянь, кто он есть. Не, ну смотрите, если ситуация просто такая. Человек просто на улице стоял. Вы просто так к нему подходите и спрашиваете его личность установить. Но цель же какая-то была, он же не водитель. Ну по заявлению мы сюда приехали, как бы выпивший водитель. Мы поехали. Вы понимаете, чтобы его оформить, он должен двигаться, управлять. Правильно. А машина его стоит, правильно? Нет, нас его послал. Дежурный сюда послал? Да, тут водитель пьяный, мы подъехали. Кто тут, что? Ну, а машина, вы знали, какая машина? Машина-то его здесь была? Ну, была. Ну, и он здесь был. Да, ну только объяснение писать никто не стал. Не, ну это понятно. Я не могу его. Смысл-то какой? Вы же сотрудники Дорожно-патрульной службы. Понятно, если бы ППС мы приехали, они не все знают, что надо управлять. Вы же зачем тогда подъезжать? Надо подождать, когда он тронется. Ну, соответственно, у нас и сомнения возникают, что немножко, может быть, было по-другому из-за этого. Ну, понятно, как бы, это понятно. Это ладно. Мы за ремень. Вот вы тронулись без поворотника. Без поворотника тронулись. Или у вас не работает, может быть? Помните, у нас с вами была ситуация? За ремень. Я был пристегнут. Ну, как такое, товарищ инспектора? Я только сейчас отстегнулся. Вот это поворот! Да нет, мы же видели, на камере запрещено. Все, ну, сначала, подошел, с момента, как начал. Вы тронулись, вы без ремней поехали. Сейчас напали. А вы на меня пристегнуты, честно скажите. Протокол. Скажите честно, промолчу. Были... Промолчите. Значит, были не пристегнуты. Промолчу. Не, ну что, вот... Напальник сейчас на меня... Инспектор не против заставит, да? Наказать. Одна... То есть одна вы признаете свою вину? Да. Спасибо большое. Лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже.